Всем привет! Как любит директор, набор дека, легендарный набор, у которого есть все, ну а чего нету, у меня тоже есть. В общем, есть все. Мне нужно Т-30, вот эту, потом отвертку и трещотку. Ford Transit 2007 год. Снимаем замок раздвижной двери. 4 винта. Винты называются, потому что они без гаек, а вкручиваются в тело детали. Поэтому это не болт, а винт. Не 4, а 3. Ну, ошибся. Считать не умею. С кем не бывает. Снова не защелкнуть, чтобы снова не намучиться. Поэтому вот так вот. Не доходя, не подводя. Так, что тут? Здесь электричество, здесь два этих, как их, ну, которые, ну, вы поняли. Ага, так, ну, как-то надо его отсюда вот так вот выдернуть. А я дурак, ой, дурак же я, дурак. Я вот эту защелку-то защелкнул, она уже торчит снова. Здесь вот, вот тут, чтобы проще это все сюда вышло. Ай-яй-яй. Как любит директор. В общем, мне несказанно повезло, ребят. Замок целый, все работает. Вот смотрите, это так вот. Так он на фиксации. Вот я его защелкнул. Это как будто сработал центральный замок, замкнуто. Вот тут сейчас дергаю. Вот все ходит изнутри. Вот та наружная ручка. Могу подергать снаружи, но не буду. И не открывается. Вот теперь открываем. В общем, вот эту поворачивает, вот эту штуку поворачивает вот эта штука. Активатор. Вот, привод. Вот сейчас я открыл, сейчас потяну сюда и здесь. А там. Чуть не понял. Что я не понял-то? Что такое? Было же все нормально. Если придержать. А, во. Придержал, в общем, она не должна быть легко, открывается. В общем, там все работает. Вот за эту штуку, ой, вот за эту штуку, вот за эту таскает открыто-закрыто, вот она ходит, смотрите. Вот, она. Вот за этот пипи маленький. Вот за этот он зацеплен вот за этим. В общем, тут элементарно поставить другой активатор. Он трехконтактный. Мой друг из Питера уже ставил такое. Потому что он мой друг. Он умеет. Он показал, как подсоединить какие провода. А этот заклинил. Вот и вся причина. Заклинил, короче. Вот так вот. Но он тут, может, по электрической части заклинил. Можно, конечно, его расковырнуть. Смотреть, если получится. Не знаю. Может, получится. А может, нет. А зачем? Сейчас куплю себе этот другой. И все. Вымерю тут. Поставлю его на этих чуть пониже там. Пускай таскает. Все. Подсоединюсь. Вот эту фишку отсюда выниму. К ней подпаяюсь сзади. Чтобы было все заводское, герметичное. Все дела. Вот, так что не зря я вот дырки просверлил здесь. Это я скотчем заклею, да и все. Малярным. Этим сантехническим, чтобы пыль не попадала лишняя. Все классно. Ставлю назад замок, потому что мне сейчас ехать. Ну, а вот активатор не работает. Короче, какой он стороной это тут становится. Вот этой. Короче, вот ключ тут где-то был под ногой. Вот, закрыть, открыть. Он там есть активация. Он тыкает там что-то. Вот смотрите. Тык-тык. Ну, звуковое даже есть. Не, уже нету. Уже все, он стих вообще.
Ну, я дятел прозванивал, когда дверь была не закрыта. Сюда ток не приходил, я прозванивал. Эти ж не контачили. В общем, замок вставлять лучше, когда он защелкнутый полностью, как бы закрытый. Вот туда защелкиваем, чтобы не торчала эта штука, и он входит. Потом его фиксируем этой штукой, вон, открывалкой той, предохранителем. Вот на нем он висит. Вон она черненькая, чтобы не упал. Ну и все, теперь вот так вот руку раз, его пошевеливаем и прикручиваем на место. Ай-яй-яй, просто. Скоро пердоль.